Ранним утром в воскресенье на территории развлекательного центра «Абриколь» загорелась баня. Полыхающую постройку было хорошо видно с автомагистрали, поэтому на пульт 01 позвонили и очевидцы, проезжающие мимо места событий, и местный сторож. Пожарные выехали на вызов несколькими отделениями по вызову номер 2, опасаясь распространения пламени на соседние деревянные постройки. По прибытию начальник караула доложил в центр управления силами, что деревянное строение полностью охвачено пламенем. Площадь возгорания составляет примерно 80 квадратных метров. По словам администратора центра, в парной никого не было. Спасти баню уже не представлялось возможным. Пламя удалось сбить спустя полчаса. К моменту прибытия пожарных баня самообесточилась, обгорел кабель электролинии. На ликвидацию возгорания потребовался не один час. Бревна диаметром 40 сантиметров, составляющие основу и стены дома, стали хорошей пищей для огня. Со слов работников центра, последние клиенты покинули парную за 8 часов до ЧП. Печь после ухода компании не топилась за отсутствием новых заявок, поэтому причина пожара вовсе не очевидна. С места происшествия Константин Ковешников, Анна Карпова и Павел Рогатин.